Сотрудники полиции задержали в Тюмени троих подозреваемых в ограблении магазина разливных напитков. По версии следствия, торговую точку на улице Судостроителей в течение года грабители посещали дважды. Интересно, что нападающими оказались одни и те же люди. Первый раз злоумышленники похитили имущество магазина на сумму более 1 000 000 рублей. Второй раз добычей стали деньги, практически на такую же сумму. Ворвались на безоправку, угрожая ножом. Заставили девушку, там находящуюся, набрать комбинацию на сейфе и забрать деньги. Куда деньги потратили? Долги, кредиты, нужды. Часть ушла. Чем занимаетесь? Работали, нет? Работаю. Мастер по гарантийному обслуживанию.